Всем привет, я Юлия Андреева с прогнозом погоды на среду, 2 декабря. Спонсор прогноза погоды – торговая марка «Чудо-хлеб». Настоящее чудо – это красота родной природы. Это рождение зерна, наполненного силами земли. Это запах духмяных трав, цветов, лугов и полей. Это тепло летнего солнца, согревающего всех нас, живущих под ним. Настоящее чудо – это любовь, которой мы делимся с родными и близкими нам людьми. Торговая марка «Чудо-хлеб» из Вятки с любовью. В среду на территории нашей области станет чуть прохладнее, зато появится больше солнца. В Нолинске до минус 13, в Яранске и Слободске минус 11, пасмурно будет в Лузе, здесь пока еще до минус 7. В Кирове в среду будет пасмурно, днем ожидается до минус 8 градусов, ночью до минус 10. Ветер подует южный до 2 метров в секунду, влажность воздуха 83%. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле будет спокойным. Световой день в эту среду продлится 6 часов 47 минут, луна начала убывать, и на этом у меня все. Это был прогноз погоды на среду, 2 декабря. Пока-пока.